Женщины. Ну, где ты? Я в раю. Мы вместе с Мореной. Я очень счастлив. Ты должен быть осторожен. Тебя ищет полиция. Да, я представляю. Поэтому я наслаждаюсь каждой минутой, как последней. Я хочу тебе помочь, но не знаю как. Ты и так много сделал. Теперь я сам буду решать свои проблемы. Не волнуйся, я звоню, чтобы ты узнал, что у нас с Мореной все хорошо. Не знаю, что сказать, но я рад тебя слышать. Спасибо, Гарде. Я тебя очень люблю. Ты лучший отец на свете. Перестань, сынок. А то я сейчас заплачу. Я тоже тобой горжусь. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Пока, папа. Добрый Том умер. Перестань пить, пожалуйста. Я поймаю ядро. К тому же у него нет ни сантаво. Как он собирается жить с Мореной, если у него нет средств? Нет. Извини, у Ягу есть средства. И хотя ты говоришь, что он необразованный и бедный, Ягу очень умен. Я тоже умный и хитрый. К тому же у меня есть средства. Кому ты звонишь? Любые средства, любые. Лаура? Морена, где ты? Это не важно. У меня для тебя большая новость. Ты убежал от Ягу? Как остроумно. Послушай. Кажется, я в положении. Но я ему не скажу, пока не буду уверена. Никому ни слова. Поговорим о другом. Ты не могла бы прислать мне денег? Там есть чек, чтобы заплатить за платье. Он на ночном столике. Найди его и пришли мне. Пожалуйста. Куда? Я потом скажу, когда перезвоню. Я тебя очень люблю. Спасибо, пока. Это миссионер. Что она сказала? Что все хорошо. Надо быть очень внимательными. Спасибо за помощь, сеньорита. Привет. Я хотела получить деньги и узнать, как отправить перевод в Миссионес. Хорошо, сию минуту. Извините, сеньорита, но вы не сможете получить наличные. Почему? Счет на имя Томаса Салабери. И он заморозил выплаты для Морены Гаярдо. Вы не ошиблись? Нет, счет заблокирован. Только что. Спасибо. Комиссар Фрага, здравствуйте. Чем могу помочь, комиссар? Скажите, эта девушка, что ей было нужно? Она хотела снять наличные со счета, и еще она спрашивала, как отправить перевод в Миссионес. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Комиссар Фрага, федеральная полиция. Очень приятно, Агере. Как дела? Хорошо. Жарко.
Здесь всегда так жарко? Всегда. Вы знаете Яго Вальдеса? А что? Я его ищу. Мне кажется, он здесь. Миссионс. Вы что-нибудь знаете? Да. Лаура? Привет. Я хотела узнать, ты сняла деньги? Нет, Томас заблокировал счет. Он не стал сидеть сложа руки. Половина этих денег моя. Я банкрот? Морена, одумайся. Я не понимаю, что ты хочешь сказать? Здесь Том. Он ждет тебя, он в отчаянии. Твоя мама, твой папа, я, мы все тебя ждем. Это безумие. Как ты могла сбежать с этим человеком? Вернись, Морена. Мне нечего тебе ответить. Я очень счастлива. И я люблю тебя. Пока. Привет. Что-то случилось? Что? Ничего. Я говорила с Лаурой. Томас заблокировал мой счет в банке. Половина этих денег моя. У нас нет ни песо, Ягу. Ничего. Ну и что? Ты расстроена? Нет. Нам не нужны эти деньги. Нет? Нет. Нет. Почему? Потому что не нужны. Природа даст все, что нам нужно. Не смейся, это правда. Это правда. Мы найдем работу. Это правда. Я верю. Я пришла, потому что я очень расстроена. Я ничего не знаю о Морене и переживаю. Боже мой, в конце концов, их надо понять. Как понять? Они любят друг друга, Мерседес. Было время, мы тоже любили друг друга. Когда зачали Морену. Но я приняла решение и выполнила его. Так было лучше для дочки и для меня. Ты права. Ты всегда была разумной, уверенной в себе. Именно это привлекало меня больше всего. Роберто, не трогай меня. Мерседес. Отпусти меня. Мы вместе. Роберто, отпусти меня. Нет, не отпущу. Отпусти меня. Что ты здесь делаешь? Что случилось? Что с тобой? Пока. Ну как? Боже мой. Можно довольствоваться малым? Да, конечно. И это немало. Еще бы. Хорошо. Ты не будешь жить? Нет, ты видел лица туристов. Где ты выучила английский? В Нью-Йорке. Надо же. Ты никогда мне не говорила. Я только слышал... Thank you. Яго. За тобой приехала полиция из Буэнос-Айреса. Ты должен бежать. Сейчас же. Это комиссар Фраго. Клянусь, я еще никогда не видел такого настойчивого типа. Если ты останешься здесь, тебя схватят. Беги, Яго. Беги немедленно.